Всем здравствуйте! Известный телеведущий Андрей Малахов тщательно оберегает свою личную жизнь и предпочитает не афишировать ее на публике. Всю жизнь он счастлив в браке с единственной женщиной Натальей Шкулевой. На днях супруга Малахова не на шутку удивила всех пользователей сети. Отметим, что недавно Андрей Малахов вывел в свет единственного сына Александра, которому совсем скоро исполнится 4 года, а теперь решил отметиться и с любимой женой. Малахов так и не решился показать в публичном пространстве свою семью. А вот близкие друзья знаменитости не стали скрывать совместные с звездной парой фото. На днях на странице одного из приятелей журналиста появился свежий снимок, на котором Малахов нежно держит за плечо стройную блондинку в элегантном черном платье. Пользователи, как выяснилось не сразу, узнали в женщине супругу ведущего Наталью Шкулеву. Женщина за последнее время изменилась до неузнаваемости. Сейчас в публичном пространстве активно обсуждают то, как сильно похудела Наталья, вот только выглядеть она стала значительно старше. Многие предполагают, что даму измотала болезнь прославленного супруга, которую он якобы скрывает от публики. Правда, подтверждения эти слухи не нашли. Некоторые, судя по комментариям, и вовсе предположили, что на фото рядом с Малаховым вовсе не супруга Андрея. Напомним, что Наталья Шкулева и Андрей Малахов поженились 12 лет назад, и с тех пор влюбленные не были замечены в каких-либо крупных скандалах. Спустя 6 лет после свадьбы на свет появился их единственный наследник Александр. Многие звезды даже завидуют семейному счастью телеведущего. Будем надеяться, что совсем скоро Андрей Малахов порадует своих фанатов свежим семейным фото. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!